Ну вот, друзья, пришла пора подвести итоги нашего конкурса комментариев и наградить победителей. Давайте начнем с трех лучших комментариев на YouTube. И начнем с конца, с последней серии. В последней серии среди комментариев, которые посвящены итогам, таким вот анализу, чему я научился, чему не научился, что удалось, что не удалось. Мне понравился комментарий, который выделялся на фоне остальных. Комментарий за авторством некой Катерины К. «Буду по Юре скучать», с грустным смайликом написала Катерина. Катерина, чтобы вы не скучали по Юре, я думаю, вам пригодится годовой абонемент в фитнес-клуб «Лидер Спорт», где вы сможете увидеться с Юрием. С Юрой и другими персонажами, которые уже стали настоящими мемами проекта: Полосухиным, Полиной, Пашей, Еремой, Женей, возможно, хотя. Дальше, комментарий к 11 серии, как вы помните, в которой Андрей Леонидович Шедловский делал мне оздоровительный, как, впрочем, все Андрея Леонидовича, массаж. Валера Туленов написал: «Жене с Андреем Леонидовичем пора бы уже придумать кодовое стоп-слово». И Валера Туленов получает годовую страховку от онлайн-страхования GoProtect. И, наконец, комментарий, который больше всего мне понравился. Комментарий к 10 серии. Куда мы приехали, Яна? Пушкин. А еще раньше называл Царское село. А в каком году переименовали, мы узнаем у Евгения. Че, съел? Все началось с комментария другого, когда человек написал: «Настя». Настя, друзья. Настя хорошая ведущая, отлично подходит для формата канала. И Владимир Алипов ответил: «Да, Настя отлично дополняет Виталика и гораздо активнее предыдущей ведущей Эльвиры». И Владимир Алипов получает путевку в летний лагерь с Русланом Акумовым. Друзья мои, сразу давайте, прежде чем перейти к призу за лучший комментарий в Инстаграме, давайте поймем, как получить приз. Напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях на Ютубе информацию о себе. Надеюсь, что кто выиграл абонемент в «Лидер Спорт», живет в Санкт-Петербурге, а кто выиграл путевку в летний лагерь с Русланом Акумовым, готов туда поехать. Если выиграли один приз и хотите другой, напишите. Возможно, если так случится, если так совпадут звезды, вы сможете поменяться с другим победителем. Что касается приза за лучший комментарий в Инстаграме, я вчера ночью пересчитал все комментарии ко всем постам с хэштегом «Проект Коряга». Надо открыть этот пост в Инстаграме. Вот здесь вот такая фотография, которую вы видите на экране, где Илона душит меня. Когда Илона первый раз пришла в гости в Корягу, человек с ником Богусарт, а на самом деле его зовут Артем Никульченко, написал: «Илона, вернись, а то вдруг Женя опять купит себе отвратительные зеленые шорты». Это такой очень ностальгический комментарий из-за шорт. Ты выглядишь в этих коротких, отвратительных зеленых трусах, как престарелый педераст. Он заставил меня растрогаться, и поэтому Артем Никульченко, он же Богусарт, получает фирменный металлический шейкер с гравировкой Бобо, который до сих пор никто не видел. И так и не увидел. Возможно, Артем, пришли потом фотографию, хоть я посмотрю, как выглядит этот шейкер. И упаковку гейнера от магазина спортивного питания Iron Beast. Артем, я напишу тебе сам в личные сообщения в Инстаграме. Проверь, пожалуйста. Укажи свой адрес, и Дмитрий Алферьев из магазина Iron Beast с тобой свяжется. Все, друзья, всем спасибо. Поздравляю еще раз победителей. Спишемся с вами в Ютубе и в Инстаграме, соответственно. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Всем пока, всем счастливо. Если вы любите единоборство и боевые искусства, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередных выпусков. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете лучшие плейлисты по разным темам и другие полезные ссылки. А эксклюзивные кадры с новых съемок и закулисная жизнь боевых ботаников только в нашем Инстаграме.